Всем привет, ребята! Я уже сразу с вилкой. Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Меня зовут Лиса. И у нас сегодня будет с вами ASMR-итинг-видео. Я не случайно выбрала сегодня такое максимально простое блюдо, которое можно приготовить, ну, буквально вот из того, что есть. Я хотела просто еще раз вам всем напомнить тем самым, что в это непростое время дома, пожалуйста, ходите по минимуму. Все необходимые продукты можно купить в ближайшем магазине у дома. Посидите дома, поберегите себя и своих близких. И давайте поедим. Короче, это просто обычные макароны по-флотски с говяжьей тушенкой. Да, сейчас я буду их перемешивать. Между